Ребятки, всем привет! С вами Александр, легенды Дракономания, и вот такую вот прекрасную картиночку нарисовала наша всеми любимая Настя, которая у нас в клане. Очень-очень классное изображение, приуроченное торжественному введению Амуры, ну, о котором я уже рассказал в видео, которое я снял раньше. В общем-то, вот такая вот шикарная, ребята, картинки. Большое спасибо тебе, Настя. Так, а мы тогда возвращаемся в наш мир. И у нас здесь все прекрасно, ребятки. Мы вывели уже много что. И думаю, сейчас мы с вами прокачаем кого? Мы прокачаем легендарного дракона Чаровница. Она же фея, которую мы выводили, используя комбинацию огонь плюс чернобронный. То есть у меня вот так вот получилось с небольшого количества попыток. Ну, а Паньгу я вывел вообще с первой попытки. Чаровница плюс... Чаровница плюс огонь. О, все, точно, вспомнил. Ну, я думаю, сейчас мы Паньгу еще попробуем. Разочек там другой. Так, а что у меня тут забито? Ух ты, ё-моё, ребята, у меня тут все забито новыми драконами. Тогда давайте сейчас мы выведем вот этого дракончика. Это у нас эпический дракон, которого я выиграл в сундуках за билетики. Разместить. Свет у нас есть. Давайте его разместим сюда. Это наш эпик, которых у меня 3 штуки, по-моему. Просто жесть. Лучше я бы отдал всех этих эпиков, 4, которые я получил за сундуки, за карточки, на одну... в общем-то, божественную нашу драконьиху. Чан-э. Вот так, да? 68. Атака очень слабо, как для эпика. Это атака для редких драконов. Вот такие вот у него показатели. Так, кстати, давайте сразу перейдем. О, зато он дал нам сразу кристальчик. Это хорошо. Еще у нас по плану, наверное, прокачаем факела. Может, на 45 уровень, если хватит. Давайте его будем кормить. Так, как у нас тут со звуком? Да ладно, лучше пусть будет немножко тише, чем громче. Ну, на 15-й. Хотя бы. Прикольно он так прыгает. Прыгает, как моя кошка. Когда ей бросаешь плюшевую мышку. Как-нибудь покажу вам пару фотографий своей кошки. Она у нас, в общем, прикольная, забавная. Любит языка всем показывать. Феликс подтвердит, он видел. Так. Ну, блин, мяукает за дверями. 4. Смотрим, 2600 он нам приносит. Ну, и такие вот показатели у него нынче стали. Хорошо. Кстати, у меня, по-моему, уже начали работать скриншоты. Да, у меня заработали скриншоты. Это вообще шикардос. Вот так вот. Хорошо. А теперь давайте нашу чаровницу. Я же это сделал именно, чтобы чаровницу вам показать. Так, там у меня получилась лава. Я еще Паньгу, наверное, попробую разок-другой. Ну, пусть будет. То есть божественные драконы нам нужны. Так, тут можно золотишко пособирать. Чего случилось? Да, мы же еще пробуждали стихию у Чан-И. Давайте его тоже погладим. Кстати, у меня насчет гладения стоять, у меня было здесь условие. Я помню, у меня была такая штука. Давайте сразу его включим. Чтобы уже сразу как бы по делу гладить драконов. Так, вот у меня 2 божественных. Это гипнос, аж 27 уровня. Я не знаю, когда я его и зачем прокачал до такого уровня. 7500 он приносит. Так. И вот Чан И. Так, 6100 приносит, при том, что он на 7 уровнях отстает. Мне кажется, он намного больше приносит, если был бы на том же уровне.
Ну, понятно, нужно до 30 уровня, чтобы пробудить вторую стихию. То есть, ну, я этим заморачиваться сейчас, думаю, не буду. Давайте пойдем еще. Вот наша. Еще одна. Как сказать, не жертва, а... эталон какой-то. В общем-то, наш поводырь. Наш поводырь, давайте сейчас его будем кормить. То есть 300 тысяч, 3 у 4... Полтора ляма уйдет на один уровень. Раз, два, три, четыре. Ну, так примерно есть. Еще вот раз, два, три, четыре. Шикарно, ребята, шикарно. Так, смотрим на его показатели. Это будет просто огонь. 709 и 2,2 ляма жизни. Ну, теперь нам нужно же уравнять. Конечно же. А это мы сделаем благодаря осени. Давайте покормим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вообще шикарно, еще и лямчик почти остался, ребята. Было 709, здесь будет больше. 720. 720 жизни 2,2 ляма, у них одинаково, но удар, вау. Это просто разрушитель вселенных, ну, на данный момент для меня. Так, и вот наша долгожданная чаровница. Вот такая вот она красавица. Очень забавно выглядит, не похоже на остальных драконов. Как будто бы она пушистая, шерсть на ней и крылышки такие забавные. Давайте сейчас ее покормим, конечно же. Ну, допустим, на 20-й там или на какой-то больший уровень. Кстати, я ее тоже, в принципе, могу как третьего дракона прокачивать. Вместо тигра. Ну, вместо ягодки, вот. Давайте еще покормим. Вот так вот, разбросаемся. Устроим фруктового ниндзя. 25-й уровень. И... 25 уровень, но это очень мало, то есть мы, хотя, так, мы тебя гладили? Нет. Давайте на пробуждение стихии мы поставим чуть позже, сейчас мы погладим еще драконов несколько, чтобы выполнить наши условия. А вот мы и выполнили задание клана. Так. Так, вот сюда идем. Зачистим этот островок. Отлично. Ну, такие, это мы пропускаем. Завоюйте рудники, соберите золото. Давайте тоже выполним. Это вообще просто элементарно. Вот так вот. Раз, два. Ну и то же самое. Еще раз. Два. То есть очень легко на самом деле собирать эти все очки. Чуть ли не за раз можно... 30 тысяч, да, челюсти кормить. Вы что, с ума сошли? Я лучше вот сюда. Раз и два. Это наш божественный, хотя он не божественный. Так, это мы тоже подвыполнили. Ну, на арене я сейчас что-то не хочу сражаться. Жетончики, думаю, с вами тоже пойдем. А сейчас заглянем куда? На арену. Я хочу чаровницу как-то хотя бы чуть-чуть, хотя бы на нее глянуть одним глазком. Давайте попробуем найти какого-то подходящего противника. Минус 16. Но она у нас очень слабенькая. Ее тут просто сейчас убьют с первой же попытки. Так. А, я ее даже не заколдовал. Вот это я даю. Колдовать. Ах, колдовать. Это же все легендарные осколки нужны. Мне, конечно, есть, ну ладно, подумаем, что-то я
об этом уже и подзабыл, что их нужно колдовать сразу, чтобы их выпустить на арену. Ну, как видите, вот, читерский момент, да, не знаете, какие стихии, вот зайдите в колдование, и вы увидите. У нас здесь ветер и свет, да, получается. Да, ветер и свет. Ну, итого, итого у меня завалом ветра вообще невообразимое количество. Да, я думаю, то есть будем ее тоже с вами прокачивать, но это уже тогда будет в следующих сериях. Так. Соберем еду, да, она. И дособираем золото. Так, у нас есть энергетическое местечко одно свободное. Так, ну раз у нас не получается чаровницей посражаться, то давайте еще сделаем повторную комбинацию. Ну, еще одна лава появится у нас. Ну, пока время есть. Пока времечко у нас есть, так что будем высиживать. 4 дня, ё-моё, как же это долго. Чем тут как бы трещина, как будто бы просит, чтобы мы его погладили, но это же невозможно. Так, давайте дособираем еще золотишко. Так, а, вот точно, вот. Давайте переименуем химзащиту. Переименовать. Ну, конечно же, химик. Химик, да, у вас тоже было такое предложение. Я с ним согласен. Там еще был еще один вариант, по-моему, то ли Ланс, то ли как-то... Не, как-то по-другому, но уже не помню. Ну, пока пусть побудет химиком. Так, а давайте-ка мы проверим, сколько я жилищ еще могу построить. А, ну я еще могу построить нормально так жилищ. Еще целых 3. То есть это будет еще, наверное, божественное одно, возможно. Так, вот пряник, огонь, вода, ветер. Ну, его даже некуда передвинуть, да? Да, нету. Нет у меня этих пустых жилищ. Ну, ладно. Будем строить уже... строить то, что будут просить наши новые драконы, наверное. Так, а какие у тебя стихии? Это подменыш, по-моему, там у нас уже. Подменыш. Мрак и пустота. Тень и пустота. Ну вот, смотрите, у меня еще 2 остается. 2 красных когтя. Остается просто капец. Еще пленительный есть из новых, так сказать. Ну, еще, в общем-то, драконов много. Вот мне, кстати, жилище богов. Давайте его куда-нибудь разместим. Вот так, блин, вот эти вот 2 елочки. 15 миллионов, ребята. 15! Я лучше вот как-то вот так. Так как-то проще. Еще у нас много куда втыкнуться наши жилища, снеговички. Давайте такую мелочь поубираем. 5 миллионов. 5 миллионов. 5 миллионов. 5 миллионов. Караул. Хорошо хоть... О, пингвин! Прикольно! Я не знал, что они здесь ездят. А как это можно их заставить проехаться? Пингвины? Вообще не хотят никак они ехать, пингвины наши. А сейчас давайте-ка мы, знаете, куда заглянем? Заглянем мы на карту, вот на вот эту. Мы вот здесь остановились, тоже переходили на новый остров. Ну, думаю, мы здесь... Ух ты, далеко мы довольно зашли. Но мы здесь сейчас всем наваляем. Так, ну а почему осень должна стоять первой? Потом стоит факел. Ой,
осень, потом тигр, потом факел, потому что тигр просто не доживет. Ух ты, прикольно, смотрите, здесь какие темные небеса. Та-дах! По 709 тысяч. Так, тигра таки мы все равно не уберегли. Но все по изичи у нас тут прошло, ребятки. Монастырские врата мы легко преодолели. Так, вот сундучок берем. Ну, давайте еще продвинемся. Так, у нас здесь пульсар, светоч. Кстати, здесь название уже драконов, да, они имена. Они здесь называются, ну, настоящими именами, да? Интересно. Так, и это огненный шторм. Ну, они крепкие ребята, вот смотрите. Ну, эпик даже у нас вот со всеми вкачанными стихиями. Ну, давайте. Так, этот мне что-то не страшен. Давайте. Ой, я его убил. Ну, на самом деле, как вот по силе, то мне проще, наверное, сейчас все равно даже тигров качать проще. Тигру поднять пару уровней, потому что он на 3 звезды, чем какого-любого легендарного дракона. Вот божественного дракона я бы тоже прокачал сходу на максимальное количество звезд, если бы мне попался какой-то толковый божественный дракон. Типа Чаны Э. Но вот все, она как-то нам не фартанула. Я потратил сотню сундуков и... Все безнадежно. Опачки. Еще немножко чего-то нашли. Давайте попробуем еще один бой сделать. И на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю серию. У нас так много было всяких событий. Очень хороших. Так, дракон, любовь. Электрика. Промахнулся. Ты как это, ты еще живой пиксель? Сила удара 77 у пикселя, по-моему. Так. Ну, пока что, наверное, все. То есть мне там нужно будет побегать по колдовской лиге, позарабатывать осколков. Там может подземелечко какое-то пройти. Что у нас здесь, ребят? Давайте проверим. Соберите как можно больше золота. То есть вот еще чуть-чуть. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Это мы выполним. Что у нас здесь? Накормите как можно большим количеством еды. Черт подери. 800 тысяч. Ну, еще один день есть. Я уже это условие давно выполнил. Надо было. Ну, хотя, ради чего? Ради трех кристаллов. Три кристалла легко, легко и так заработать. Либо погладив драконов, либо... вот здесь просто А, куда это я полез? Все там. А где здесь? Здесь нету вот этого магазина, кнопочки. Подождите, или где он должен быть? Да там же он был. Ну да, нету. Так, ну ладно, давайте сейчас глянем магазин темницы. Сколько у нас? 28 тысяч очков. Ну, на мало еще. Ну, надо почаще сюда заходить. О, ну уже почти осталось, ребята. 300 очков. Думаю, мы... Да, на следующей, в следующей серии мы уже заберем монаха, я думаю. Вот такие дела. Ну, теперь точно все, ребятки. До скорых встреч.